Всем привет! С вами снова Лев с абхазского огородика. Сейчас я покажу, как тут все выглядит. Значит, клубнику мы уже едим. Снимаю я в первых числах мая. Так вот она выглядит. Сейчас найдем какую-нибудь ягодку более спелую на вид. Где-то тут я ее видел. Так, вот она. Ну, как говорю, уже красненькие мы собирали. Так что вот 1 число мая есть ягоды. Картошка. Окучили. В конце мая, видимо, или в начале июня будем копать. Так. Ну, всякую зелень я уже показывал. Еще в конце, в 20-х числах апреля уже все это было. В принципе, всю зиму это было. Листики появились на хурме. Так, посмотрим, что с яблонями. На яблонях есть вот такие вот цветы. Надеюсь покушать немножко яблок в этом году. Так, еще хотел показать красную смородину. Мне кажется, мы ее уже в мае сможем покушать, потому что сейчас она уже вот такой вид имеет. Так, ну а черная у нас она очень тяжело пережила то лето жаркое, пока вот так вот выглядит. Так, в диску уже второй раз посадили. Первый урожай уже есть. Так, и хочу показать бобы. Значит, посажены они были осенью, то есть они перезимовали. Выросли вот такие вот гиганты. И вот, в принципе, некоторые уже вполне себе можно кушать. Так вот они выглядят. Ничего им зимой не сделать в открытом грунте. Так, ну в теплице посадили огурчики, но это, в принципе, и в условиях средней полосы никого этим не удивишь. Немножко припозднились мы здесь, пока они у нас вот так вот выглядят. Зелень всю мы отсюда уже вырвали, освободили место. Вот так вот. Ну вот как-то так. Пока все. Буду с такими маленькими репортажами выходить с огородика. Следите за дальнейшими событиями. Пока-пока, с вами был Лев.